Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Капитан команды Милан, Вячеслав Провотур. Как вам сегодняшняя игра? Ну, напряженный матч. Команда соперника, она как бы, пожалуй, фаворит в этом турнире. И она старт хороший выдала, 4 победы к ряду. Мы немного буксовали, но у нас большие планы на этот турнир. Я думаю, этой игрой мы показали, на какие места мы рассчитываем по итогу сезона. Как считаете, за счет чего сегодня выиграли? За счет настроя и самоотдачи. Мы разговаривали перед игрой, настраивались, и мы выходили биться. Что пожелаете сопернику? Да, как обычно, без травм и успехов по турниру, но не в матчах с нами.